Любимая поколениями, поистине народная наша игра – хоккей. Здесь, в Литвинове, не проходит ни сезона без ярких спортивных событий. Созданы все условия. Отлично оборудованная открытая хоккейная площадка, где, как говорится, и старый млад готов часами напролет плавить лед. Так, на спортивной базе состоялся рождественский турнир по хоккею, участие в котором приняли 4 любительские команды. В финал Суперлиги вышли лучшие – хозяева Литвинова-1 и Гребнева, ведомая самим председателем спорткомитета городского округа Щелково Кириллом Чепелевским. Итак, третий по счету матч на кону, главный трофей. Борьба за него началась с первых секунд. Спортсмены не давали расслабиться ни друг другу, ни болельщикам. Первый гол забивают хозяева. Счет открыт. Отличное начало. Но Гребнева не медлит с ответом. Показывает, что фортуна непредсказуема. Гости забивают ответный гол, затем еще один. Так и завершается первый период. Во втором периоде преимущество также осталось у гостей. Похоже, Гребневу удалось окончательно повернуть фортуну на свою сторону, что подтвердилось и в третьем периоде. Финальная игра завершилась со счетом 7-3. Команда Гребнева – обладатель главного трофея турнира по итогу 3 игр. Характер проявили парни и дожали, и выиграли. Тяжелая серия, как всегда. Соперник шикарный. Победу в суперсерии со счетом 2-1 одержала команда ЦК Гребнева. Команда награждается кубком. Наградили и лучших хоккеистов из обеих команд. А самым полезным игроком был признан Кирилл Чепелевский. Вновь щелковцы доказали свою преданность традициям национальных видов спорта. А впереди еще много встреч, дружеских матчей, турниров и других ярких спортивных событий. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.